17 ноября текущего года около 22.00 52-летняя жительница Лиды сообщила в милицию о том, что неизвестные лица разбили ей окно камнями, на которых закреплены записки с оскорблениями. Женщина пояснила, что у нее на окне в квартире расположен государственный флаг Республики Беларусь, в связи с чем она убеждена, что именно это стало причиной агрессии со стороны неизвестных. В ходе исследования информации в местных деструктивных телеграм-каналах правоохранителями обнаружено фото того самого окна с флагом. А незадолго до происшествия в том же канале опубликовано фото неустановленных лиц с бело-красно-белым флагом с подписью «Люди идут к тебе в гости. Открывай». По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Хулиганство». В настоящее время личности, причастных к хулиганству, устанавливаются.